Все началось на прошлой неделе. По российскому телевидению показали встречу Дмитрия Медведева и главы «Газпрома» Алексея Миллера. Тот в присутствии телекамер доложил, что Беларусь задолжала за поставки газа, а Медведев вынес решение – 5 дней на расплату. В российской прессе новость растиражировали, а потом прошло сообщение, что Беларусь предлагает расплатиться товарами. Российский президент снова отреагировал. Ни пирогами, ни маслом «Газпром» принять оплату не может. Эта язвительность окончательно убедила всех наблюдателей. Начались боевые действия. В принципе, да, это и есть газовая война, обычная, которую уже не раз проходили и мы, и другие страны в отношениях с Россией. Поэтому здесь к самой проблеме газа, поставок газа в Беларусь, нынешняя ситуация, я думаю, практически никакого отношения не имеет. Реальная ситуация такова. Беларусь пыталась договориться по цене на этот год, отталкиваясь от прежних договоренностей по цене на 2009. Из-за разницы этих цен и сформировался тот самый долг. Беларусь не отрицает долг, но и к должникам себя не относит. Это не игра словами, а арифметика. 187 миллионов долларов за газ должна наша страна, а 217 миллионов долларов должны нам за транзит. В результате этих переговоров появится некий протокол, с которым мы полностью не можем быть согласны, так сказать, вот в том виде, как он есть, этот протокол, да. Но важно, что российская сторона признала, что они должны белорусской стороне 217 миллионов долларов. То есть у нас встречные требования. Нам говорят, что вы должны за 4 месяца этого года за недоплату за поставленный природный газ в Беларуси 187 миллионов долларов. Но мы говорим, вы нам не платите уже полгода за транзит. Если посчитать вот это, по тем ставкам, по которым реально не должны платить, ну, например, в прошлом году 1 доллар 74 цента за 1000 кубов на 100 километров, в этом году 1,88, а они хотели платить 1,45, то вот набегает цифра 217. Поэтому мы говорим так, что если вы нам заплатите, значит, этих 217 за транзит, то мы готовы заплатить 187. Интервью журналистам первый вице-премьер дал после встречи с президентом. На ней Александр Лукашенко потребовал добиться от «Газпрома» оплаты долга за транзит. Категоричность понятна. «Газпром» позиционирует себя как крупная современная компания, и трудно поверить, что 190 миллионов для нее так много значит. Но, допустим, есть финансовые проблемы или опасения, зачем сразу переходить к боевым действиям, хвататься за вентиль? А если и так... Беларусь, это официальная позиция, заплатит, но взыщет то, что ей причитается. Рассчитаемся, может быть, не сегодня, значит, но мы, я думаю, в течение 2 недель где-нибудь найдем возможность, позаимствуем, но рассчитаемся. Войдем в режим такой. Значит, они рассчитывают за транзит, мы рассчитываемся за полученный газ. Но на этом переговоры не закончатся. Исполнение России соглашения о ценах на газ, которое в 2006 году заключили Беларусь и Россия, вызывает много вопросов. Владимир Семашко напомнил историю заключения газового контракта. Мы все исходили из того понимания, что мы должны одномоментно выйти на принцип равнодоходных цен. Что такое принцип равнодоходных цен? Это значит, что прибыль, заложенная при продаже газа в Германии, Польше, Беларуси, Украине и в самой России, должна быть одинакова. Потому что мы понимали своих российских коллег, прежде всего господина Миллера понимали, правительство понимали российское, что проблема в том, что в России до недавнего времени газ был убыточный. 2/3 газа из добываемого «Газпрома» продавали России, продавалось внутри России по убыточным ценам. Значит, для того, чтобы иметь источник для финансирования, для инвестирования, значит, надо поднимать цены. И мы, понимая своих коллег, что это надо делать, мы, ну как же мы могли занять позицию? Ну да, будем тогда вместе синхронно поднимать цены. Но это было в 2006 году, и были заверения, и были документы определенные, которые говорили о том, что здесь мы были солидарны. Но сегодня прошло 3 года, и ввиду разных причин, и экономической кризисы и так далее, мы видим, что траектория, которая обозначала правительство России, движение к равнодоходным ценам, она явно, траектория реальная, гораздо ниже той, которая была задана. И мы видим, что Россия не выйдет уже 1 января 2011 года на равнодоходные цены. И поэтому мы видим, и уже есть заявление официальное на уровне министров, ведущих Российской Федерации, на уровне руководства «Газпрома», неоднократное заявление о том, что они как бы себе уже задали траекторию выхода на равнодоходные цены к концу 2015 года, не к началу, может быть, даже 2015 года, правильно сказать тогда. Но раз так, тогда мы говорим, что это, по сути дела, форс-мажорные обстоятельства. Да? Мы говорим сюда России, я в «Газпроме» говорю, что нам не нужны низкие цены, нам нужны цены близкие, сопоставимые с российскими, чтобы наш МАЗ работал примерно в одинаковых условиях с КАМАЗом. Хотя газовая тематика в белорусско-российских отношениях всегда обсуждается активно, белорусские эксперты убеждены, нынешняя проблема не в газе вовсе. Этот спор по газу, он возник исключительно как инструмент давления на оппозицию Беларуси по таможенному союзу. Вот. И что это совершенно не вопрос какой-то коммерческий, да, потому что иначе непонятно, зачем тогда вообще Медведев.
Если это вопрос «Газпрома», почему нельзя было вопрос решить на уровне там, «Газпрома», «Белтрансгаза»? Значит, совершенно понятно, что это действительно политическая вещь. Совершенно понятно, что Россия тем самым продемонстрировала свое раздражение от того, что не удалось там подвинуть белорусскую сторону с ее позиции, которая на самом деле была безупречна совершенно. Она была абсолютно безупречна в том плане, что либо имеет смысл создавать таможенный союз, в котором не существует изъятий из режима свободной торговли между странами в него входящими. Напомним, камнем преткновения стали пошлины, которые Россия взимает с нефти и нефтепродуктов, продаваемых в Беларусь. Таможенный союз с такими пошлинами выглядит бессмысленным, в том числе и с точки зрения мирового опыта. России после этих переговоров у нее оставалось только либо признать, что значит, им интересы, так сказать, нефтегазовых компаний, их прибыли важнее внешней политики государства, либо, значит, сказать, признать, что они не готовы, да, за, сказать, интеграционные какие-то инициативы там, сказать, ну, заплатить. Да. В таком случае получается, что желание создавать какие-то союзы есть, да, возможности нет. Это тоже, в общем, очень неприятно. Получалось, что фактически у нас была выигранная партия. Проиграть мы ее не могли никак, да, при любом исходе, сказать, мы как минимум не ухудшали свое положение. Вот, и поэтому эта реакция, она абсолютно, то есть в данном случае Россия не выдержала, да, потому что, ну, сказать, нормальных способов решения вопроса не осталось. Напротив, мы-то свои претензии по поводу таможенного союза отнесли в суд, экономический суд СНГ, да. Россия показала, что она в правом поле действовать, сказать, не может и действует вот, сказать, по-пацански, да, то есть по понятиям. Свою позицию по ценам на газ белорусское правительство изложило в письме «Газпрому». Там же напоминание о долге за транзит. И сегодня же в адрес «Газпрома» было направлено правительственная телеграмма, где сказано, если российская сторона введет еще большее ограничение по поставкам газа, то Беларусь начнет отбор из транзитных объемов. Виктор Евтухов, Александр Злобин, Вадим Карпович, Антон Рябцев. Наши новости ОНТ.